В Волковысском районе подтверждена корь у 20 человек. Врачи наблюдают за всеми, кто был с ними в контакте. Специалисты отмечают, что такой вид вируса обнаружен в нашей стране впервые. Но поводов волноваться нет. Защитить может универсальная прививка от кори. Все случаи заражения достаточно легкие. Часть пациентов уже полностью вылечились. Никогда не нужно ставить под сомнение эффект вакцинации, потому что могут, конечно, переболевать люди и вакцинированные, но это единицы, и те, у которых, может быть, собственный иммунный ответ не сработал на вакцину. Поэтому такие случаи регистрируются единично. Если у вас появилась температура, сыпь, боли в горле, кашель, следует сразу обратиться к врачу. Если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно сообщить. Инкубационный период заболевания от 10 до 21 дня.